Научись делать полезное дело для себя и других. В выходные прошел слет активистов, посвященный 25-летию региональной общественной организации «Пионеры Башкортостана». 150 учеников из разных школ вступили в ряды пионеров. Посвящение прошло во Дворце пионеров, где после клятвы вступающим вручили свидетельство. Ребята хотят объединяться, и нужны организации, которые их будут объединять, сплачивать и, соответственно, помогать им развиваться, помогать развивать их лидерские способности, помогать им в рамках этой организации свои интересы воплощать. Как говорит Елена Александровна, пионером может стать добровольно любой активный ребенок от 8 до 18 лет. Пионеры разрабатывают проекты по благоустройству окружающей среды, занимаются с младшими школьниками и благотворительностью. Мне нравится помогать людям, и меня это очень интересует.